Нефтеюганцы провели благотворительный фестиваль помощи бездомным животным. К нему присоединились более 30 местных организаций. Цель мероприятия – сбор гуманитарной помощи для четвероногих – кормов, одеял, игрушек и так далее. Поддержку в организации фестиваля оказали местное отделение партии «Единая Россия», «Движение первых» и администрация города. Для гостей провели концерт, фитнес-разминку, детские мастер-классы по плетению браслетов и лепки из глины. Все вырученные средства пошли в фонд «Право на жизнь». Также устроили выставку собак и кошек. Отмечу, на фестивале для питомцев приюта собрали мешок пеленок, несколько лежанок и 45 килограммов корма, а также деньги, которые пойдут на лекарства, прививки и необходимые операции животным. В прошлом году мы проводили также но-концерт. То есть мы уже в этом году расширились, стали более такие партнерские, скажем так. Намного больше партнеров в этом году и участников самого фестиваля. Часть средств, которые будут выручены от продаж, будут направлены как раз-таки в организацию «Право на жизнь», на развитие их приюта и, собственно, в помощь животным. Мы всегда приветствуем помощь. Суббота-воскресенье – это всегда волонтерские дни. То есть, когда нет сотрудников, приходят только волонтеры. Нужно убираться в вольерах, нужно кормить собак, нужно выгуливать собак. Также кошкин дом. То есть, каждая клетка нуждается в уборке, в замене туалета, да. Руки необходимы.